нахожусь на одной из точек спота около Храброва. Тут здесь раньше были плиты, теперь грунтовка, и вот здесь немножко камней надробили, что-то навалили. Да, так на машине здесь будет трудновато проехать. Вот там где-то, там забор. Вот там идет забор, его даже не видно. Хотя расстояние небольшое. Это забор вон там. Видимость, да, хреновенькая. Вертикальная, как говорит айтист, там сколько там, 50 что ли? Или 70, 60. А дальность видимости на ВПП 175. Кстати, вот шумит. Мне кажется, это отпугивалка этих самых птиц. Слышно, да? Как шумит. Вот там где-то стоит микрофон, или как он, не микрофон, а громкоговоритель. Издает звуки типа каких-то там хищников. Где-то вот там еще тоже. В стороне аэропорта самого. Где-то там тоже вот слышно. Тишина вообще такая классная. Ветер практически отсутствует. Здорово.